Ну что ж, доброго времени суток всем, дорогие друзья, приветствуем вас вновь на матчах легендарного дивизиона. Надеемся, сейчас будет действительно все хорошо и все нормально у команд. Играют команды у нас вертолет против команды Five Star. И этот матч обещает быть крайне интересным с нескольких точек зрения. В первой, потому что все-таки Five Star в этом сезоне играют без Тео, да, и без Николаса. Ну, и показывают они, на самом деле, неплохую игру местами. Ну, и у вертолет произошла замена. Ушел Вейк в команду Атрибутс, пришел Кексик Number One, тот самый лютый дроббер, о котором, я думаю, многие из вас помнят. И будет действительно очень интересно посмотреть за эти матчи. Максим, как ты думаешь вообще, кто в этом матче больше фаворит, чем, допустим, чем его оппонент? Ну, я думаю, сейчас должны выстрелить игроки команды Five Star. Все-таки парни уже более чем пристрелены друг к другу, да, после потери Линка. Джо уже, так сказать, пристрелялся к своим тиммейтам и готов врываться сразу же в игру с максимальным КПД для своей команды. А вот Кекса мы с вами совсем давно не видели. Эрка здесь также на подхвате. Эрка тоже последние только пару матчей проводит с командой вертолет. И в соответствии здесь парни, мне кажется, должны сейчас будут немного просесть. Да еще плюсом к этому у вертолетов Вейк был капитаном команды. То есть они потеряли своего кэпа, мне кажется, это по моральке им ударило довольно сильно. Но посмотрим, в какой же форме находятся сейчас вертолеты, и надеюсь, то, что они опровергнут мое мнение. Да, ну что же, составы команд все те же знакомые. У Five Star это Коби, Джо, Мираж, Коллапс и Куза. Вертолет это Бори, Кексик, Number One, Дагглс и Рензо с Эркой. Ну что же, замечательно. Замечательный состав. Эрка играет пока что, по-моему, вроде как вместо подружки замены, потому что подружку исключили там на неделю. И это, походу, последняя игра без него. Вроде как. Ну и Эрка, на самом деле, показал в роли стендина, когда не было Рензо, что он действительно очень хороший исполнитель. Поэтому будут проблемы у Five Star определенного рода точно. Здесь без боя не сдадут с вертолета, а возможно даже и карту, а возможно и две заберут. Поэтому матч крайне неожиданным... С крайне неожиданным исходом на самом деле. А вот Куза первым фрагом уже на бочке взрывает Эрку. Только похвалил, и сразу же Эрка подрывается у нас на бочке. Ну ладно, Коби здесь под коробом на самом деле пока что пытается пропылесосить эту территорию. Но здесь Вори, Вори, которого мы постоянно отмечаем в последних матчах. Как же он хороший. Вори это подтверждает в очередной раз двумя фрагами по своему оппоненту. Ну и пока что это 5 в 3. Нет, в смысле, 3 в 3. 3 в 3, да, уже там выход под позиции Аплинта от коллапса вместе с Кузой, и ближайший игрок это, конечно, Вори. Дагглсон там с дома еще пытается закрыть эту позицию, но пока что у него это не получается. Соперник только байтит на перестрелку, но в сам бомбсайт пройти не решается. От Кузы есть еще минус, падает у нас как раз таки Кексик, благо Дагглсон разменялся, и теперь Мираж с Кузой попытается сыграть 2 в 2. Но там Вори будет как раз таки контрить всю эту перетяжку с банана, если таковая вообще будет от Кузы. Ну и далее Мираж должен врываться. Да, Мираж выходит спокойно за спину своему сопернику, перестреливает Дагглсона. Ну и теперь он находится в более выгодной позиции. Я думаю, информация у Сергея все-таки имеется. То, что по Воре был нанесен урон, но все-таки он стрелялся неоднократно со своими соперниками и довольно агрессивно. Так что Мираж, скорее всего, попытается снять его прифайер. Мне кажется, команде Five Star пора придумать прозвище Сергею Московскому. Какой-нибудь там, не знаю, Ассасин, там, не знаю, Сплинтер или еще какой-нибудь. Постоянно через эту длину в спину заходит и постоянно делает опасно фраги. Я не знаю, вот команды должны уже изучить эту позицию Миража, как все. Можно теперь длину называть не длиной, а, ну, там, Мираж, типа. Все, это значит длина, значит, Серега там, ну, типа. И Серега там потом по таймингу выходит и разваливает пацанам кабинета. Ну, и вот первый раунд все-таки за атакой 1-0. Ну что ж, смотрим, что же будет далее. От Дагглсона имеется open фраг. Дагглсон, остановись. Даблкил в его исполнении. Кекс довольно здорово сейчас засейвил вообще выход на Зигу. Хорошая пачка и коллапс. Считанные секунды, остался один против четверых. Да, выходит Эрка на перестрелку против коллапса, погибает, но тем не менее. Но Кекс, куда же Кекс без баллистики? В принципе, все. Баллиста в деле, Кексик на пределе. Все замечательно. 1-1 загорается счет на табло. Отыгрались моментальные игроки команды Five Star. Прошу прощения, вертолеты. Ну и теперь попытается Five Star доказать то, что, ну, так моргнули слегонца. Так, ну, да, под Кекса выход. Хороший гранат на Зигу, но здесь Джо не прошел. Куда ж ты пройдешь, дружище, против вот этого перевертыша? Действительно, очень хорошо принимает дома своего оппонента Кекс. И Кекс уже три фрага за
третий раунд. Пока что идет третий, возможно, еще и больше наколотит, кто его знает, это все-таки Кекс. Ну, посмотрим, пока что Боря сидит все в той же неизменной позиции под корбом. Рензо закрывает Миража. Ну, Серега Длина в этот раз изменил своим традициям, ушел под стрит, ну и за что и получил по бубину. Ну, а Рензо сейчас попробует еще и коллапса закрыть на самом деле, у него, возможно, это получится. Но я думаю, здесь коллапсу не стоит открываться все-таки в соло. Должна быть у него хелпа. Там Куза как раз-таки на подхвате с тэшки. Но воевать против бомбсайта в один ствол — это такое дело неблагодарное. Откидывает смоки Рензо. Теперь прекрасно понимает то, что выцелить своего соперника будет еще сложнее. Отходит на пирамиду. С окна у нас играет Вори. От эрки был минус. Куза разменялся. Но теперь по Варяну есть вся необходимая информация. Но бедный коллапс. Он сейчас просто закрыт здесь один под стритом. Ему либо с Кузой уходить с инсайда на Т-спаун и далее ретироваться на Б-плейнт. Либо эрка их здесь, по сути, должен будет закрывать на перетяжке с банана. Но там Варян справляется самостоятельно, падает. Также и Куза. Ну и это опять даблкил в его исполнении. 2-1. Куда ж ты денешься с подводной лодки, говорит у нас Варен, и оформляет 4 фрага уже на пару с Дагглсом. 3 фрага от Кекса, 2 у Эрки, 1 у Рэмза. В то время пока что у Куза 3 фрага, Мираж 2 фрага, по одному Джой и коллапсу. У Коби пока что за 3 раунда игра пока что не вышла на тот уровень, на который мы всегда, в принципе, рассчитываем от игрока команды под никнеймом Коби. И Коби во многом очень хорош в индивидуальных перестрелках, поэтому ему надо постараться дать простор какой-то для этих действий. Все-таки душить такого игрока с таким уровнем стрельбы нельзя, поэтому Коби теперь, наверное, сам будет роль открывать. Нет, он роль саппорта исполняет сейчас. Ну и Кексика он как раз-таки и закрывает. Ну что, выход под Б, а там Даггл еще погибает. О, проблемки, проблемки, проблемки. Ну, просто ураганом прошли сейчас игроки команды Five Star при выбивании. Правда, Эрка вместе с Ворией пока что с этим не согласны. Вори оформляет даблкил, Эрка также поддержал своего тиммейта фрагом. Ну и фугас установлен под даблинтом. Куза остается здесь один под нубкой, но, в принципе, я думаю, он должен понимать то, что это довольно дефолтная позиция, и отсюда его будут выбивать сразу же хаешками, если таковые остались у команды вертолет. Выход на пятерку имеется от Эрки, но ему надо подкрепить сейчас этот выход тиммейтом. Ну, куда ты в соло-то. От коллапса есть минус. Ну и далее Вариан попытался также сыграть на окно против коллапса, но миссия здесь провалена. Коллапс оказался сильнее. 2-2 загорается на табло. Опять же, мы начинаем этот матч с качелей. Но 4 раунда всего лишь прошло, еще 5 впереди. Посмотрим, может быть, кто-то и вырвется вперед. Здесь у Эрки интересная ситуация. На длине принимает первого, второго, но и только Коби находит размен. Но вот сейчас главное не терять обороне еще игроков. Преимущество надо стараться удерживать, не вестись на эти провокационные перестрелки на длине со стороны Коби. Но все равно Рензо ведется, и Рензо погибает. Тем самым ситуация на карте 3 в 3. А под шумок уже заходит Коля коллапс. И Колька-то? Колька-то коллапс. Пока что в крысу сидит. Если кто-то из игроков команды вертолет сюда сейчас просто решит зайти прочекать, то, вероятнее всего, Коля-Коля коллапс, мужчина всей моей жизни, убьет кого-то. И, скорее всего, это будет Дагглс, потому что Дагглс вряд ли ожидает на таком тайминге, что уже игрок в упоре за дверью будет сидеть. Но и коллапс также может сейчас пойти и прочекать, но вот это будет ошибка. Ну да, в принципе, ему здесь надо сидеть до последнего. Дагглсон совершенно не подозревает о местонахождении своего соперника. Немного такая душещипительная такая у нас ситуация. Душещипательная. Да, да, спасибо, Герман. На карте под аплинтом здесь коллапс не выдерживает все-таки. Он открывается на пятерку. И здесь Дагглсон пытается воевать. У него получается закрыть миража. Не успел Коби засейвить. Да ладно! Дагглсон, ну ты серьезно? На развороте еще ставит пачку по Коби. Но коллапс здесь все-таки врывается на пирамиду. Есть минус, но он один против двоих. И там уже группа вертолетов выдвигается на зачистку аплинта. Ну и, соответственно, здесь коллапсу будет сложно как-то выживать. Ну и особенно здесь дуалы были еще и у Варяна. И там Берданка в упоре. Это было уже нетащибельно. 3-2 загорается на табло, и вертолеты опять впереди. А Дагглс действительно хорош. Поставить такой фликс на 180 градусов — это прям очень и очень неплохо. А там Коби уже подбежал под короб. А у Варяна это вроде информация была. Здесь еще и коллапс-то пробегает мимо. Йокалейменей, товарищи. Еще хаешечкой Коля себя спалил сейчас. Ну, Варян, пора выходить. Пора, мне кажется, делать грязюку грязную. Выходит спина все-таки Вори двум соперникам. Минус Коби. Там же на банане коллапс. По нему тоже есть урон. Но ситуация пока равная. 4 в 4. Бомб сайт занят, но бомба не стоит.
Но там уже на пятерке работает у нас Вори вместе с Эркой, так что здесь установить фугас будет довольно сложно. Ну и Вариант пошел сразу же на выбивание, перестреливает Джо, правда Мираж. Разменивается, ситуация 3 в 3 на карте, еще и Коллапс постоянно где-то гуляет отдельно от своих тиммейтов. И этот парень сейчас может здесь навести, конечно, шороху, но вот эта стрельба с четверки явно не приносит положительных результатов в копилку команды 5 Star. Эрка уже уходит на дефьюз, и здесь Кекс в упоре со своей берданкой будет закрывать, естественно, то, что... Кексик выходит отсюда победителем. Коллапс не успел выйти даже на сейв с пятерки. Ну и 4-2 загорается на табло. Пока что вертолеты опровергают мое мнение. Да, вертолеты молодцы. Конечно, здесь Кексик выкладывается на все 200%. Но вот опять же, замена Кекс плюс Эрка. И парни по-прежнему смотрятся довольно неплохо. Даже несмотря на все изменения в составе. Так что, если... Уже завтра, ну, когда там ближайший матч, давайте, кстати, посмотрим у вертолетов. Тик-тик-тик-тик. У вертолетов, да, завтра будет матч. Если завтра выходит еще и подруга, то, я думаю, парни, в принципе, с учетом потери Вейка, не должны будут сильно просесть и продолжат бахать. Ну, они, знаешь, они, скорее всего, просели не в стрельбе, да, как команда, они просели... Точнее, не просто в стрельбе они, да, наверное, не просили, а просили со стороны вот с этой грани команды. То есть, да, что у Вейка больше опыта, причем очень хороший опыт игры за Вейвиктис, да. Практически он там вышел на мировой, там чуть-чуть совсем не хватило команде Вейвиктис тогда. Ну и вот этот опыт, он на самом деле во многом незаменим, да, и есть очень старые игроки. Напоминаю, Трибу 101 от Димаски. Это бесценный опыт, на самом деле, даже от одного игрока. Да, Вори, ну, в принципе, тоже давно уже играет. Ну, не так давно, как тот же Вейк, но, в принципе, нормально. Кекс, там, вообще, там, еще со времен ПБКС 2011-го. Очень хороший игрок, неоднократно ланфиналист и так далее. То есть, опыт, в принципе, у команды вертолет есть. Но вот этот именно опыт победителей потенциальных, опыт топ-2 команды стабильный, все-таки он имеет место быть для команды вертолет. Все игроки, в принципе, знают, как играть в эту игру, они на ней собаку съели, но во многих макро и микро моментах просто вертолета может не хватить какой-то вот чуткой координации, такую, какую мог дать, наверное, Вейк. Пусть и сам Вейк не капитанил Вейвикс, но, тем не менее, опыт он поднабрался там от таких игроков, как Томас Шейн, как Никита Олейников, да, это я говорю про Святая Ятагана. Такой, в принципе, опытный игрок, как Эмка, и этот опыт во многом был очень хорош для Вейка. Но сейчас он переходит в команду Трибутс, а это усиление, как по мне, все-таки, да, тату, как говорят сами игроки Трибутс, это была сплошная минус-мораль ходячая в тимспике, в команде, да, то есть пришел спокойный игрок, амбициозный игрок, игрок, который хочет занимать топ-1, который имеет желание развиваться, и для Трибутсов это прям, это действительно атрибуст. Теперь они атрибутс. То есть, действительно, команда бустанулась. И, возможно, мы атрибутсов увидим даже не в топ-4, да, возможно, в топ-3, топ-2. Топ-3 мы уже видели от них в том сезоне, но теперь и ребята, думаю, замахнутся и на больше. И вероятнее всего, если сохранят вот этот лайнап команда до квалификаций онлайновских на ПБВЦ, потом сам ПБВЦ пройдет, то есть, да, именно у нас лан-финал, то, возможно, и на лан-финал они приедут. Так что... Команда очень сильная сейчас у атрибутов. Это прям вот серьезный спарринг-партнер для AUXZ, в принципе, для команды Вейвиктис, для команды Респект. Но проблема сейчас у Вейвиктис заключается в том, что нет сильных спарринг-партнеров, потому что AUXZ и Респекты, ну, грубо говоря, пока что бьют баклуши и, так скажем, халатно относятся к своим играм. Ребята на второй круг переносят, так скажем, свою активную деятельность в поинт-бланке. В первом круге так, ну, пришли, поиграли. Это сами ребята не скрывают, потому что говорят, ну, Гер, у нас конкуренции нет, ну, смысл нам, да, напрягаться? Ну, мы пока не хотим. Мы и так спокойно залезем в топ-4. В принципе, так оно и есть. Пока другие команды тоже, да, не могут найти себе партнера по спаррингу, да, это всякие там USR, всякие там, не знаю, X-Fresh и так далее... Пока вот эти команды не столь усердно тренируются, конкуренции не будет здравой. То есть вот, раньше ее было много. Ну, раньше и народ играл больше. Сейчас пока что здравой конкуренции нету почти. Ну, вот 4 команды сильных есть. Кстати, хорошо, что уже 4 команды сильных есть, а не 2, как это было стабильно в Evictus и AUXZ. Сейчас и Респект появились в обновленном лайнапе, тоже очень хорошие ребята. И атрибуты сейчас присоединятся. Ну... Не знаю, надеюсь, что также и X-Fresh, да, подтянутся когда-то там через сезончик, может, полтора, там уже летом будут раздавать. Поэтому
Надо прикладывать усилия сейчас. Ну, вообще, Five Elements тоже неплохо бахают. Да, да, да. Five Elements, ну, видишь, просто, как бы, да, вот это вот сентиментально не звучало, да, мы всегда вместе, всегда до конца, моя семья, ля-ля-ля-ля-ля. Я уважаю подход команды Five Elements к своей команде, да, то есть отношением друг к другу, это действительно очень хороший момент игровой, да, так скажем, и момент эстетический и моральный. Но ментальность, да, имеет огромную грань для успеха. Это действительно важная составляющая командной игры. Но на этом, как говорится, далеко не выйдешь. Практика, практика, практика. И вот это, да, вот в совокупности все дает очень хорошие результаты. Пока что не будет стабильной пятерки, да, пока там то нету Стиви, то нету какого-то еще игрока, да, они там взаимозаменяемы якобы. Извините меня, ребят, ну... Вы можете меня убеждать в обратном, но пока что ни одна команда в истории шутеров, да, Counter-Strike, Quake, Overwatch, Point Blank, Crossfire, Warface, доказали, точнее, пока мне не доказали, что можно играть в шестером, имея стабильную замену, да, 6-5 игрока, которые могут просто свапаться местами. Вот я не поверю в это, в то, что эта команда может занять высокие призовые места. В топ-4 как-то, да, могут залезть, но это предел, то топ-3 на ланах, ну и что, это тоже не результат. Выйти куда-то на мировой, побить AOXA и VVX на лане, вот это результат, я считаю. То есть, пока не будет стабильной пятерки, условного Стиви плюс 4, либо там другой игрок, да, Тимоха или кто-то там плюс 4, они будут играть, да, ну, как неплохой, неплохой соперник. Ну, то есть, топ-команды из них пока что не получится. В онлайн-части. Да, то есть в онлайн-части. Ну, надо именно в этом направлении работать командам. Так что вот так. Ну, посмотрим. Радует действительно тот факт, что сейчас растет у нас конкуренция, как уже ранее Герман отмечал, то, что было две там команды, ну, до ухода респектов были респекты, было три команды явных фаворитов, ну, а сейчас присоединяются атрибуты. Я думаю, все-таки стабилизируется у команды Five Elements состав, парни также выйдут на конкуренцию. Ну а вообще, если так парни будут периодически, так сказать, не уверены в себе, вот кто-то у нас отказывается, да, играть следующий сезон там легендарного дивизиона, ну просто оценивает свои силы, то что, ну я здесь не потяну. И многие ретируют составы после сезонов, вот именно четверка атрибуции сохранили, да, свой состав после шестого сезона. Вейвиктосы немного его подкорректировали. А у Экзе остался состав. Респекты новые собрали, но они, в принципе, в шестом сезоне не выступали. Так что, если будут вот эти стабильные команды и стабильные составы, я думаю, у нас еще конкуренция вырастет. Хотелось бы в это верить. Всегда ждем, что игроки будут действительно играть на протяжении длительного времени друг с другом. Но посмотрим, Five Star, может быть, в дальнейшем, ну не в следующем сезоне, через сезон, может и выстрелят, если останется у них такой же состав и, опять же, ротаций никаких не будет. У Коби огромная тяга к тому, чтобы чего-то добиваться в киберспорте именно Point Blank, но порой тиммейты его подводят, и просто, знаешь, чисто вот по-человечески обидно бывает за него, когда вот рвется прям, тянет команду, кто-то говорит, ну все, пацаны, я уже свои силы точно не потяну, я тренироваться не хочу, не буду, я пошел. Ну и постоянно разваливаются у него составы. Сколько у него составов-то уже было, господи? На моей памяти-то, наверное, уже штуки 3-4 наберется. Так что посмотрим, как оно будет. Да, также, дорогие друзья, хотел вам всем напомнить или даже до кого-то донести, кто пропустил эту информацию в PBE Sport. Сейчас у нас идет конкурс в честь Дня Святого Валентина. 14 февраля. Все, что вам нужно, это сделать фотографию со своей второй половинкой, там на фоне стримчанского, как вы смотрите нас, неважно, будь то лобби, будь то команда VS команда на экране, без разницы, чтобы это было видно, что сегодняшний стрим идет, и выложить это в группу, в специальный альбом. Там уже есть фотки, вы можете зайти посмотреть, довольно прикольные претенденты у нас есть на победу. Вот, и вы получите плюшки. Так что чекайте, принимайте участие и получайте призы. Ну а мы с вами врываемся в игру, наконец-таки. Понятно. Врыватель года. Раньше времени. Раньше времени обрадовался. Фальстарт, ну ладно. Дождемся сейчас, ребят. Опять краш. Но будем надеяться, то, что по-быстрому вернется у нас пятый игрок команды Вертолет. А то
Мы и так уже много провели в задержке, боюсь, вертолетом прилетит вердикт. Играйте вчетвером, зайдет по ходу матча. У Вивейк вроде как стабильный состав был, ничего не получилось, распались. Но здесь видишь, кто как к этому устойчив. Вивейки очень долгое время вообще находились на арене, они неоднократно пытались себя в элитном дивизионе, то есть они не решались выходить куда-то дальше, они не решались идти в легендарку, они очень долго играли друг с другом, но мне кажется, парни... В каком-то моменте просто не ожидали такого жесткого отпора вообще от своего соперника при встрече высших дивизионов. Ну и, может быть, моралька где-то не выдержала у ребят, но я думаю, они еще вернутся. Вивейки — это очень старый состав, который просто так очень сложно потопить. Да, возможно, вернутся не в высшую лигу, возможно, будут играть не в легендарном дивизионе, но в элитном. Так точно, думаю, мы их увидим. Ну что, давайте, дорогие друзья, надеяться, что все-таки дальше без технических проблем нас ребята будут радовать. Технические проблемы, это, конечно, хорошо, когда их мало и не так подолгу они проходят у нас. 4-2. Пока что счет на табло в пользу команды вертолет в дефенсе. На карте деловой центр. Это первая карта между вертолетами и 5 Star. Ну и сильнейшего пока что выявляют. Еще и вертолет Эрка. Ой, Вори и Эрка на длине аркада. Размены есть. Ну а теперь у Вори ситуация не очень хорошая. Он был здесь 3 в 2. Уже 1 в 3 остался на этой позиции. Но отстрелил Коби. И в целом пока что положительный исход для команды. А вертолет в этом раунде. Ну что же, третьего находит уже Эрка. Эрка, Вори, конечно, Вори же. Но ему здесь надо жить. Да, он остается один под бока. Даглсон. Браво. Браво, я думаю, Вори сейчас просто аплодирует. Даглс, я тебя люблю. Спасибо. Просто спасибо. Вот это была жаришка сейчас у Вори. Но Даглсон вовремя, конечно, подоспел. Коллапс 1 в 3. Опять просочился где-то отдельно от своих тиммейтов. Ворвался под бомбсайт. Но, тем не менее, сейчас одному против троих воевать будет очень тяжело. При этом бомба еще не поставлена. А Рензо уже идет на выбивание пятерки. Находит информацию. Там еще и Вори успел подсоединить. Портить с парапета. И это еще один раунд для команды вертолет. Ну, недооценил я Эрку и Кекса, конечно. Вроде как смущали они меня в роли замен. То, что парни, возможно, где-то не сыгрались. Но пока что вертолеты дают действительно достойный отпор, по крайней мере, первой половины. И Вори, опять же, на аркаде находит даблкил и коллапс один под БК. А там Кексик с дома с дробовичком, а там и Даглс должен, по идее, встречать. Да, Рензо там еще и помогает Даглсу. А ситуация 2 в 5, а там со спины товарищ Вори приходит. И здесь уже, в принципе, 5 Star вряд ли куда-то выйдут. Ну, максимум пару разменчиков они оформят. Ну, а там уже Эрка, Кексик со всех сторон пойдут пушить. Ну и товарищ Рензо со спины идет говорить «Привет! Say hello! Say goodbye! Коби!» До свидания. Это уже какой? 6-й раунд? Это 6-2 на табло в пользу вертолета. Айнане-Айнане технологии какие-то у нас на карте. Но если сейчас не подключаются к Коби и его тиммейты, то здесь парни действительно рискуют уже в хламы отдать всю первую половину своему сопернику. Даглсон и Эрка опять же на аркаде БК. Здесь коллапс остается один. Коби, Мираж и Джо попытаются ударить по Зиге, где в этот раз принимает уже Кексик своего соперника. Дропается под парыч. Хаешка неплохая. Падает у нас Джо, но Коби пробрался уже под вторую линию. Но его здесь Эрка закрывает без каких-либо проблем. От Вори есть еще один минус по Миражу и Куза вместе с коллапсом. 2 в 5 ситуация на карте. Они сейчас разделились по карте. Один под Б-плейнтом, один под А-плейнтом. Но насколько это верное решение, играть по одному против пятерых, не знаю. Остается последний у нас Куза. И здесь... Куза, чё ты влепил? Сам-то понял или нет? Ну... Как-то одному рандомно через ширму, второму на ноге, третий сальтуха сейчас какую-нибудь оформит. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, момент, конечно, хороший. Успешно. Хороший сделал у нас игрок команды 5 Star, но это, тем не менее, 7-2. На табло первый план, конечно, крушительно произошло для команды 5 Star, но есть всегда воля к камбэку. Ну,
проявит ли эту волю камбэк, уже абсолютно другой вопрос для команды Five Star. Два месяца, ну понятно, конечно же. Собственно, почему бы и... Да, почему бы и да. Ну поехали, ладно, пока что вторая половина, ребята не затягивают, сразу стартуют смену сторон. Максим, вопрос дня, смогут ли закамбэчить игроки команды Five Star? Мне кажется, должны добивать вертолеты. Эту карту должны брать. Сейчас атака у них пойдет довольно уверенной, мне кажется, дробер плюс уашки плюс саппорты саугов. Мне кажется, парни попытаются ударить все пятеркой под позиции бомбсайта, скорее всего, это будет выход как раз-таки под аплейн. Ну и там воевать против таких девайсов будет действительно очень тяжело, а парни ими владеют. Дай бог каждому. Отвори уже имеется опенфраг, падает Джо, также Дагласон закрывает Кузу, ну и ситуация уже 5-3. Попытаются, конечно, здесь Five Star как-то сыграть при атаке под бомбсайт. Сыграть на выбивании, но там Вори сидит еще под коробом, его попробуй ликвидируй, этот парень по-прежнему имеет дуалы у себя в запасе, так что воевать против него будет тяжко. Эрка плюсом ему сейвит спину, есть минус от Ренза. Мираж один полетел на пятак, попытается воевать против дробера, команда вертолет, но у него ничего из этого не выходит. Еще один раунд загорается на табло для вертолетов, ну и парни уверенно идут к победе на этой карте. Да, первый раунд получился крайне легкий, мы били аплент, убили короб, причем без какого либо сопротивление. Ну, короб, ладно, там вдвоем задавили, ну, а план как умер вообще без возмезд, но... И вот сейчас неплохой мув в исполнении Five Star, в хороший поджим. На центральное кафе два фрага сделали, одного игрока потеряли, это Джо. Ну, пока не так критично потеря этого игрока, как вот, например, потеряли Эрку и Вори. Вот это действительно большие потери для вертолетов. Втроем будет тяжело, но на эти моменты есть Рензо. Кирюшка, Ляликов и Даглс уже начинают делать фраги. Ну, Кириллка, получается, все-таки по голове. В это время Даглс минус 2 под аплантом уже оформил. Ну, Мираж, Коллапс, плюс Кекс и Даглс. Ну, понятно, Кекс будет играть в упоре своей берданки. Возможно, там еще пометает ножи, поиграет Д'Артаньяна. Но... А здесь Коллапс уже играет с банана, и у Даглса могут быть проблемы. Но Даглсон садится спиной вообще к стриту, надеется, то, что соперник пойдет именно вдвоем через пятак, но сейчас он может на этом прогореть. Ой-ой-ой, от коллапса есть минус, Даглсон попытался вроде как дать отпор, но там времени было крайне мало. Кекс садится у нас на пирамиду, пропускает своего соперника на бомбсайт, играет с пятерки, неплохой минус по миражу, правда коллапс моментально разменивается, и это все-таки ответный раунд со стороны команды Five Star, но валидольный, очень валидольный. От коллапса опять же 5 фрагов у нас имеется, ну, не в этом раунде, а в общем, за 2 раунда. Коллапс включился неплохо для своей команды. Ну и теперь, мне кажется, он заведет своих тиммейтов, и парни пойдут бахать. Ну вот опять же, Мираж, да, как-то вот выпал на протяжении этой первой игры, первой карты. Вот все-таки Сергея Московского как бомбардира тоже не хватает. Вариант выходит сразу же на Зигу на быстрой ноге, вообще не менжует своим соперником. Ну и Коллапс говорит, здорово, друг. И там он на длине у Ренза начинаются интересные мувы. Мираж погибает, ну и здесь Рензо пытается дать размен еще по Кобе, но Кобе здесь оказался крайне хорош с гранатой. Ну что же, выход под аплент, а здесь Кузов соло. Ну что ж, Куза удержит ли эту позицию, есть минус, но правда Кексик его моментально ликвидирует. Эрка на пятерку идет, там у Джо огромные проблемы, да, все-таки есть минус, но Коби разменялся, позволяет все-таки Кексу пройти сейчас на пирамиду, но Коби прекрасно понимает, кто против него сейчас будет выступать и с каким девайсом, а у Кекса владение берданкой довольно неплохое. Ну что ж. Есть по нему информация, то, что играет именно на пирамиде. Там коллапс периодически пытается его прострелами ловить. Кекс здесь своими перебежками может потерять очень много хелсбара на данный момент. И надо бы ставить ему сейчас фугас. На питон еще попытается сыграть против дома, но насколько хорошо у него это получится, пока что неизвестно. Установка фугаса имеется, ну и я думаю, дальше, чем пятерка, дальше, чем пирамида, он не уйдет. Ну-ка, давай. Ну, коллапс, ну я тебе не завидую. Сейчас, когда эта берданка пропрется, будет очень больно. Но Коля выбирает именно очень грамотную позиционку. Ну, Кекс, ну как же он хорош с этим питоном. Было красиво, но тем не менее раунд за командой Five Star. И Five Star берут 2 подряд. Ну, слушай, если сберут 3-й, то там плюс моралька пойдет. 4-й, 5-й, глядишь, камбэк устроит еще. Ну, всякое может быть, почему нет? Хотелось бы увидеть действительно здесь достойное противостояние от наших команд. Но если теряют еще один раунд, то здесь вертолеты уже пойдут
на матпоинты. От Вори имеется опенфраг, падает у нас Мираж, но опять же вот эта излишняя агрессия сейчас может немного погубить команду Five Star. Здесь вертолеты ничего такого сверхординарного не делают, они играют по дефолту, который можно прочитать, и контрагрессии здесь явно отвечать, ну, не самый лучший вариант. Ну и здесь от Дагглсона имеется также минус по Кузе, Джо и Коби на обороне от Линта. Джо, воу, осторожнее, осторожнее с этим парнем. Там и Коби уже приходит, и в Воре размен с гранатой есть. А там под Б только лишь коллапс. Сишка все-таки вносит немножко урона. Вариант 25 хп, и здесь уже на пистолет. На пистолет. Пистолеты, пистолеты. Коби один в один, 5 хп оставляет вариант. Ну и здесь вариант сейчас еще и на гранату может на самом деле пробежать. Ну, такое себе. Ну, у Коби еще двойные уашки, 16 патронов. Там буквально через прицел пробежит вариант, и тогда может умрет. Ну давай, Вори. Кто кого? Ковбои! Давайте на пистолетах, мужики. Вот, Вори берет пистолет, смотри, все. А, нет. Обидно. Ну, Коби не согласен играть вообще на пистолетах. Он по-прежнему с дуалами ждет. Он надеется, то, что Вори сейчас попытается как-то подойти в упор. И он здесь с дуалами выйдет явным фаворитом. Можно, конечно, на дальнюю дистанцию перестрелять своего соперника. Хелсбар, конечно, оставляет желать лучшего. Но вот Коби этим и пользуется на данный момент. Но, тем не менее, вариант также с Зиги мог поставить пачку по первой линии. Там, тем более, одна голова периодически торчала у Коби. Но все вот это, если бы до КБ, ну, он нас не роляет. Направляется на БК у нас Коби, а здесь четверо игроков команды Вертолет. Находит первый минус, находит второй Коби. Ой-ой-ой-ой. Трипл килл. Ну что, квадро? Ну, Коби, да, здесь замахнулся на неплохую величину. Там, но все-таки Вори подождал со спины. Кек забирает перед ЦК еще одного оппонента. Но здесь Джо уже на подхвате. Ну и Джо, давай, на бочке, Варянова. Хорошо, хорошо. 52 хп, коллапс 8 фрагов, у Кузы 1. Ну, Миража вообще 0 пока что за пятиху. И это... крайне печальный результат для Сергея Московского, также для его команды, но Вори здесь, по сути, да, имеет, на самом деле, шанс для клатч-раунда, но слабо верит, если честно. Ну что ж, Варян, давай, поехали. Просто вылетаем, вантапом всем по головам, все замечательно, никаких проблем. Вантап с одной пули... сразу же убил в голову, все, без проблем. Для тех, кто не знает, ребят. Выход на Зигу у нас имеется, Вори будет заходить сейчас, ну, попытается зайти, по крайней мере, под Кузу, но там коллапс тоже не всегда сконцентрирован на Зиге. Вариант пошел на перестрелку, но здесь еще и C5, но благо Куза оказался сильнее, и еще один раунд берут для себя Five Star, я так понимаю, это пауза для команды Вертолет. Да. А, нет, это для Five Star, парни пишут, пауза. Окей. Но, скажем так, вторую половину проводят достойно. Меняем. Кого меняем? А, теперь Мираж садится на УАшки, но говорит, пацаны, все не прет меня, дайте мне УАшки. Так, ну а у... А, нет, вариант же у нас за вертолетом. Я такое хотел сказать сейчас. Ну, надеюсь, не у Вори забрали УАшки, а то этот парень с УА довольно силен, и потом так... Блин, он уже за вертолетов играет, ладно. Окей, хорошо, так уж и быть. Тут, знаешь, тут, мне кажется, сами не хотели изначально брать девайс Сергея Московского, потому что мы думали, сейчас быстренько соперник, да, оформит десятку, перейдут на следующую карту и т.д. и т.п. Но Five Star понимает, что они потихонечку начинают камбэчить в игру на этой карте, да, и решили, что все-таки пора бы еще чуть-чуть подбуститься в виде Миража, которого нет в игре абсолютно. Рензо! Рензо, ну за что же так жестко? Мираж сразу же падает. Я думаю, там, ну все, минус мораль, тиль-тиль-тоски, Серега на пенсии. Ну что ж, выход на стрит, парни пойдут дальше здесь уничтожать соперника под аплейнтом, там Куза принимает с пирамиды. Есть также хелпа в лице Джо, но успеет ли он подойти на хелпу своему тиммейту, если здесь, конечно, префайром как-то не выйдут на Кузу, то может быть. Но там уже в упоре находится Вори и Эрка, Эрка очень опасный игрок. Варя, ну а пятерку-то... Ладно, пацаны, вы разбирайтесь сами, я полетел искать фраги. Благо Рензо также выходит за спину, есть неплохой минус, и также ставит пачку по коллапсу. Есть все-таки, это уже девятый раунд для вертолетов, правильно?
Да, это уже, да, это уже 9. Нет, ты вообще никогда не ошибаешься. Нет. Красавчик. Ты и ошибка — это две параллельные вселенные, которые никогда не пересекутся друг с другом. Так, ну пошли у нас под оплату. Там Джо с Уашками за кассой. Ну все, это ва-банк. Ва-банк от Five Star. Когда, если не сейчас, камбэчить этим парням? Ну а здесь 3 игрока. Нет, вру, 2. Арифметика не моё. РК и Даглс пока что под стритом находится. Кстати, не торопится с каким-то заходом. Да, будет медленный раунд. Наверное, с чеком кассы, прокидом за эту кассу гранаты. Ну и, кстати, у Куза 7 хп, уже Даглс, ему по нему находит минус. Но вот если не чекнут кассу вертолета, я не знаю, это будет настолько обидно, потому что Джо может действительно собрать очень много минусов. Но не зачекали. Молодцы. Но, тем не менее, шансы у вертолетов на этот раунд по-прежнему остаются. Но вот коллапс их сокращает просто. Да, по максимуму, а по варяну есть еще минус. Но вот там Кексик, опять же, претендует на выход под аплейнт. Но, я думаю, здесь по дальней дистанции против УАшек стреляться будет также тяжело. Единственный саппорт погибает, это же Даглса. На откобе был минус. Ну и есть информация теперь по вертолету под никнеймом Кексик Number One. Пытается здесь еще с питона, скорее всего, поймать Джо, но будет это довольно сложно сделать. Хотя, зная Кекса, этот парень может влепить, но там еще и С5. Здорово, пацан. Нормально все. 9-7. Миссия провалена. Да, 9-7, и всего лишь 2 маппоинта остается у команды вертолет. А так близки-то были, да, там, по-моему, что-то. 8-2 вообще счет был у нас изначально. И сейчас насколько же все переворачивается в этой игре. А вот там Эрка уже просто решил с Вори выйти на аркаду короба и с плитом сразу же через аплент. И, в принципе, аплент заняли. Можно ставить бомбы смело. Рензо, кстати, сейчас на коробе будет воевать Куза. И Куза оказывается сильнее в данной перестрелке. Полетели гранаты на пятерку. Сейчас тоже должны лететь хаешки в исполнении файвстаров. Ну и... Ой-ой-ой, это уже 2 в 4. А раунд как хорошо начался для вертолета. Надо камбэчить до конца уже файвстарам здесь. Но полетели прокиды на пятерку, здесь слишком много игроков команды Five Star, могли бы парни на этом прогореть, но тем не менее, есть минус еще от Даглсона, Кекс воюет у нас за кассой, неплохой минус, но он оставляет Даглсона одного против двоих, этот парень может вытащить этот клатч, попытается сыграть здесь еще на таймер, но Мираж с Уашками в упоре, это довольно грозная сила, ну и вот, пожалуйста, Сергей Московский выходит на аркаду стрита и ставит пачку своему сопернику, дефьюз имеется, и это 8-й раунд для команды Five Star. Ну что же, допы или же все-таки победа вертолетов со счетом 10-8? Ну вот я не знаю, да, пока сколько раундов подряд получается, ну где-то раунды 4-5 подряд берут Five Star и ничего с этим не могут поделать игроки команды вертолет. И Джо меняет, кстати, позицию, из-под апланта уходит под короб, думает, что именно под эту точку будут атаковать сейчас вертолеты, а он прав. А он прав, и если Эрка сюда загрянет, то ой-ой-ой, у Эрки-то проблемы какие сейчас будут. Ну нет, все-таки Эрка уходит по ЦК. Раскинули, самое что интересно, пятерку, заставили сместиться Five Star'ов немножко, ослабили Бэплэнд, но там очень быстро на перетяжке будет работать коллапс, поэтому, я думаю, ничего страшного пока что для Five Star'ов не происходит. Ну и... Да, кассу чекнули, за кассу никого нету, и вертолет об этом знает. Но там Аджо, опять же, минус у нас имеется по эрке, поэтому в меньшинстве будут отыгрывать вертолеты. Еще и Кекс потерял основное количество хелсбара. Ну все, не слава богу в этом раунде. Ну и по ходу дела здесь Five Star пытаются оформить такую серьезную заявку на победу. Ну, в этом раунде и на дополнительные раунды. Посмотрим, как у них это получится. Еще с окна здесь пытается воевать Даглсон. Очень опасно здесь сидит Куза. Он, конечно, может здесь раздать пачку, но если его зачекают, то закидают гранатами, ему отсюда явно не уйти. С5 опять же в деле от Джон. Еще один минус. Ой-ой-ой, ну посыпались. Что-то да, совсем не лады со стратегической частью у команды вертолет в атаке. Да, 9-9. Выходим на дополнительные раунды. И что-то вертолеты там прям нормально запустили всю атаку. Казалось бы, раунд забери и все, иди гуляй на следующую карту. Но Five Star говорят: No. Никаких, подождите, мужики. Рано списывать со счетов, мы на допах сейчас еще поиграем. Ну, посмотрим, смогут ли вертолеты раунд забрать в атаке. Хотя бы сейчас, хотя бы один. Потому что Five Star выглядит сейчас таким образом, что и тройку подряд могут забрать. И вообще выиграть эту карту. Не знаю, со счетом 8-2, да, был за вертолеты? Да, 8-2 было. Вот просто сейчас игроки команды Five Star — это еще один наглядный пример того, что
Бороться нужно в любой ситуации. 8-2 там, ну 8-1 или 9-1 было бы, разницы особой нет, но парни стали бороться, они действительно показали свою волю к камбэку, и здесь парни, ну браво, единственное, что я могу, это пятерочку им отбить. Давайте также пятерки в чат, болельщики файвстаров, поддержите свою команду, а вертолеты своих поддержите, ну как так-то, с 8-2 отдать, это, конечно, очень сильно бьет сейчас по морали, но опять же, возможно, вертолеты встряхнулись и сейчас с новыми силами проведут первую половину первой серии допа. По творе уже будет выход на Зигу, а здесь же Мираж его принимает. Кстати, что интересно, почему-то вертолеты именно вообще по длину вообще никак не ходили. Они постоянно ходили под аплайн, под короб, да, и эту позицию очень хорошо принимали игроки Five Star, и ни разу там за 5-6 раундов они длину эту вообще не попробовали сделать. И вот как, почему, как решение, кто принимал внутри команды, раз уж не идет, да, игра под аплантом, то почему бы не фастануть ту же Зигу, почему не фастануть ту же длину попробовать, я не знаю, но пока что энтрифраг все-таки за команду вертолет, Даглс сделал минус по Кузи, и Даглс пока что остается в роли люркера, своеобразная такая заноза на пятой точке у команды Five Star, он будет здесь до конца докучать, и мы на Даглса по-прежнему стягивается один игрок как минимум, ну а вот Коби находит минус на длине по кексику. У Ренза здесь могут быть проблемы, и Ренза погибает, да. Оу, Эрка, какой сейф. Есть минус по Миражу, вариант. Остановите этого парня. Даблкил в его исполнении. Джо перетягивается тем временем на Зигу, пользуясь маками, еще пытается вести здесь перестрелку против своего соперника. Но вариант также ставит ему пачку. Где же были? Я так и знал, что ты скажешь. Максим, ты уже читаемый, уже да, читаемый. Да, я уже читаемый. Где? Нет, не именно от команды вертолет. Заметь. Да какая где разница, это от Даблкилы от Твори. Где был этот парень. Выход опять же под короб, open фраг и 4 фрага за 2 раунда. Но моментально, кстати, он, да, вот поймал вот эту эйфорию, полетел в дом, пытался, да, хороший тайминг для себя словить, но его все-таки там Коби с Паровича перестреливал, и ситуация 2-4, опять же, для Коби коллапса. Ну и вот пока что не все гладко, 2-3, там Эрка еще со спины будет заходить, и вот сейчас, кстати, Эрку коллапс заметил, хороший тайминг, но Эрка здесь, опять же, да, не будет давать покой до конца команде Five Star, они еще должны его найти и еще попытаться убить. Ой-ой-ой, Эрка, хорош. Есть минус по коллапсу. Ну все, Куби 1 в 3. Выбивать бомбы сейчас против троих игроков это очень сложно. Но и Эрка там еще был за спиной. Вроде как прочекал его Куби, но перестрелять не удалось. 11-й раунд для вертолетов. Врываемся на следующий. Ну и теперь, я думаю, Five Star должны ответить. Но если 3-0 первую половину отдают, то как бы здесь парни совсем к финишу-то не приплыли. Джо выходит уже на четверку. Очень агрессивная игра в его исполнении. А тут Эрка и Даглсон. Воевать против двух стволов очень опасно, но 6 кп остается, и тем не менее на отходе все-таки находит минус по Вариану, главному бомбардиру вертолетов. И выходит также на Кекса, сносит ему минимальное количество здоровья, 18 кп, ну и Кекс его наказывает. Так, слушай, а там прошел под коробку Терка и просто колосс спину выходит. Конечно, Коля мастер бэкграунда, научился у Сергея Московского, видимо, в спину выходить. И здесь Мираж с Кузой будут принимать аплэнд на заход, но я не знаю, опять же, да, этот аплэнд, заход, я не знаю, нужен он или не нужен. Даглс вообще чекает банан своим соперникам, своим тиммейтам, прошу прощения. А Кексик нашел фраг по Кузе, самое что интересно, а в это время и Мираж ушел чекать короб, но как-то вот по таймингу разошлись, во мнению, хобби команды, и все-таки этот тайминг был в пользу команды вертолет. Ну что, 3 в 3. Но опять же, бомба поставлена, и Five Star показывали то, что они умеют выбивать, причем довольно неплохо, но там Ренза очень много стянул внимания от Коби, в соответствии здесь парни не могли ударить в полную силу, еще и Мираж за спиной. Ай-яй-яй, ну Серега здесь явно не зачекают, этот парень сейчас сломает вообще весь раунд вертолетом. Есть неплохие 2 минуса от Даглсона, но Мираж все-таки его закрывает, и это ответный раунд от Five Star, все-таки загорается счет на табло 11-10, далеко не ушли здесь вертолеты. Ну и посмотрим, на каких же парах у нас отыграют Five Star в атаке. Ну, вроде как, атака считается на ДЦ преимущественной стороной. Реализуют ли это преимущественную сторону игроки Five Star или вновь доминация вертолета? Что-то я по этому матчу вообще бы не сказал, что атака здесь является преимущественной стороной, потому что ну, 8-2 да. Было, и потом ни одного раунда не забрали уже команда... Ой, один раунд всего лишь забрали Five Star. Получается 7-1 статистика на второй половине. Нет, вообще получается 7-2, 7-2, и все 7 раундов забрали команды за оборону. За атаку всего по двушечке. Ну,
Не знаю, вот этот раунд, опять же, команда Файстар проиграла не потому, что они плохо стреляют, а потому, что какая-то не совсем верная координация все-таки. Как мне кажется, им надо было дальше давить Зигу, давить длину, давить, ну, стараться играть агрессивно через коробку и стягиваться обратно через, на длину и на Зигу. У них это получалось, но почему-то решили в последнем раунде сделать аплен, который, опять же, не зашел. Да, они в план смогли зайти, поставить бомбу, но их выбили. Не знаю, как по мне... Вертолетом пока что лучше играть именно Зигу и Длину. Но это чисто мое мнение, но оно мало кому интересно. Ладно, играем дальше. Ну тут быстрый раунд мы с вами наблюдаем от Five Star, и в соответствии с сейвить аплейн довольно тяжело сейчас приходится. Вовремя подтягиваются игроки вертолетов с парапета, но тем не менее находят только один минус, но вот еще падает у нас и Коби. И теперь прекрасно понимают, что они отдали бомбсайты, надо бы скорее играть на выбивании. Хаешка неплохая под Кузу, она его уносит с собой. 2 в 3, выход с пятака будет, там Мираж остается на стрите, будет играть с окна, и Эрка у него будет за спиной тем временем. Но зачекает ли Мираж своего соперника или нет? Очень распространенная ошибка вообще игры сейчас на стрите. Забывать вообще про спину. Ну и, пожалуйста, здесь вертолеты разнесли своего соперника в щепки. Мираж еще пытался воевать, но нашел только один фраг. И это еще один раунд для вертолетов. 12 раундов за ними и маппоинты. Да, 2 маппоинта, и смогут ли вертолеты их забрать? Там, я не знаю, как мне кажется, там раунда 3 или 4 в виде маппоинтов было у них на первой половине. Так что здесь 2 раунда, это можно считать за ничтожное количество. Ну, посмотрим, выход под стрит сразу же от Джо. А здесь слева сразу же его встречает вариант, которого Джо не прочекал. Ну, я не знаю, вот хоть бери лопатой по горбу бей командам легендарного дивизиона, чтобы ходили и чекали постоянно, да, там, не знаю. Возьмите хоть один кто-то флешку, помогите игроку занять стрит. Покупая, точнее не покупая, поставив в инвентарь световую гранату, вы спасаете жизнь своему керри. Я не знаю, как в доте, да, купи куру и варды, спаси жизнь своему керри. То есть, ну такой, ну ребят, банально, помогите выйти, просто занять стрит, пролюркерите ему, просопортите, все, и уходите. Но нет, игрок идет один, у которого дымовая граната, ну и который в теории может кинуть только гранату обычную, да, взрывную, и которая, в принципе, профита не принесет, потому что там игрок на стрите довольно легко от нее мансанет. Но нет, одну за одной там ошибки исполняют все команды абсолютно, не говорю только про Five Star сейчас, да, это абсолютно всех команд касается, и AOXZ тоже. Ну, я не знаю, прям. Детский сет, как. Детский сет. Ну, это победа. 13-10. Да, все-таки дожали на дополнительных раундах вертолеты своего соперника. Ну, не ожидал я, конечно, то, что будут именно допы, но... Я говорил то, что они дожмут, я говорил, да. Наконец-то я могу сказать эту фразу, не все ж тебе ее использовать.